Ребята, я нахожусь возле здания Трампа. The Trump Building. Сейчас я вам покажу эту бомбу вообще. Как здесь круто, как здесь дорого. Там сидит самый богатый человек планеты. Trump Building. Yeah. Какое я покажу? Это Бродвей. А, блин, еще она не приближается спереди. В фильмах видел вот такую вот всю фигню. Это просто бомба, реально. Вот. Класс. Вам не передать словами, нужно приезжать сюда и самому увидеть это все на свои глаза. Это просто круто. Везде одни фонари. Yeah. Бомба. Ну что, доброе утро, друзья. Я не пропускаю времени в Нью-Йорке проснуться в 6 утра и пойти побегать. Для меня это очень прикольно, так как я смотрел миллионы фильмов, там, где все выходят поутру и бегают в Централ Парк. И я сейчас именно бегу именно туда и буду там сегодня бегать кроссик. В общем, я поснимаю для вас, это будет очень интересно. Бомба. То, что и хотел. Супер, все. Я включаю музончик и буду бегать. Ребят, я уже бегаю, тут не могу добежать до Централ Парка, потому что на каждой улице есть светофоры. И Нью-Йорк, он построен таким образом, что блоками постоянно, блоками. И постоянно на каждом вот 50-70 метров светофор. И нужно стоять его, потому что машины едут. Короче, такое. Ну что, друзья, я нахожусь в Централ Парке, это всем известный парк. Очень много фильмов, кстати, здесь тоже снято. И для меня это, блин, вообще просто восторг, потому что я видел много фильмов, где поутру выходят люди сюда бегать, из сериалов, и класс. И я это сейчас все вижу вживую, просто бомба. Вот здесь вижу, кстати, вот эти вот камни, где снимались... Сейчас. Снимались «Области тьмы», если вы помните такой фильм. Просто бомба, когда она убегала от него по вот этим вот площадкам и спряталась. Сейчас покажу, где я сейчас это место вижу. Это просто класс. Реально. Вот эти камни, вот и здесь она спряталась тогда. Просто нечто реально. Я это просто сейчас вижу на своих глазах. Это очень круто. Вот эти вот камни все, где она спряталась. И для меня это такая вообще честь, вообще восторг. Очень много фильмов видел, где они пробегают вот эту вот... под этим мостиком. Блин, просто восторг, реально. Я мало в этом влоге говорил, ребят, потому что постоянно в восторге, я просто снимаю все красивости Нью-Йорка, и для меня это вообще вау. Поэтому я не могу даже комментировать. А вот сейчас я вышел на пробежку в 6 утра и решил для вас что-то поснимать, покомментировать. В общем, здесь просто бомба. Бегают. У нас ты вышел, и что? Никого. А так сам. А тут много людей, очень бегают.
Короче, бегаю тут такой, смотрю, всякую фигню какую-то строят здесь. Ну, очень много людей с самого утра, с 6 утра, ребята, это представляете? Короче, людей немерено, еще плюс снимают какое-то шоу. Я не шоу, это какие-то новости, сейчас вам покажу. Такое что-то снимают, я не знаю, я побежал дальше. Надеюсь, что я вообще правильно бегу, потому что я добежал почти 3 километра до парка, побегал в парке и возвращаюсь назад 3 километра. То есть у меня где-то в сумме десяточка. Нормально так. Вот. Я, в принципе, безумно рад вообще, потому что я смог побегать, с самого утра выйти, поднять себя. Это круто. Я просто радуюсь этому всему. Класс. Друзья, в Национальном музее. Ну что, друзья, я наконец-то понял. В этом музее снимали «Ночь в музее», и это очень прикольно. И вот этих всех чувачков всяких там, которые стоят, всякую вот эту всячину я видел уже. Вот эти, если вы помните. Короче, нашел динозавров, сейчас вы увидите, какого он размера. Кто смотрел вот этот фильм? Да-да-да, вот этот. Я в восторге, так как это мой любимый фильм комедийный, где он бегает по всем вот этим вот зальчикам от динозавров и этих тумбо-юмбо. Короче, это просто нечто. Вот. Именно этот музей. Класс. Так приятно чувствовать, что ты находишься в музее, в котором снимали фильм. Тираннозавр, ребята. Вот здесь проходили съемки тоже фильма известного. Так что, ну, ребята, если честно, мне очень понравилась выставка. Такое, на разок пойдет. Друзья, у меня в аэропорту стырили шнурочек один для селфи-палки. Я теперь не могу нажимать, чтобы вам показать издалека. И поэтому мне приходится нажимать, а потом показывать. Короче, вот. Это известный памятник с этого самого фильма. Индейцы эти и вот этот чувачок. Я вообще себе иду по дороге, красавчик такой. Вот. Короче, я еду на океан, еду на серф. Короче, друзья, буду первый раз в жизни кататься на борде, на волнах, заниматься серфингом, и это будет, наверное, смешно, потому что я ни разу до доску не вставал. Я такой в гидрокостюмчике. Сейчас будет круто. Короче, ребята, меня с первого раза серферы признали. Я сразу же 4 волны поймал. Да ладно, я шучу, это очень сложно. Я 500 раз упал, напился соленой воды. Вот там вот где-то эти бочки катаются, очень круто. А я отдыхаю уже. Потому что я накатался. Мне хватит. Чикс. Хочу для вас снять крутые кадры. Поэтому опачки. Чуть не слёпались. Лучший серфер на планете идет покорять для вас волны. Yeah. Это у меня вытерта воском доска, чтоб я не шлепнулся, потому что я босс. Короче, это очень прикольно. Зато я могу смело сказать, что я пытался покорять эти волны Атлантического океана. Бомба! Yeah. Я, блин, вообще, я никогда в жизни бы не мог подумать, что я буду кататься на серфе в Атлантическом океане, ребят. Я безумно этому рад. У меня крутая причесочка. Меня волны причесали. Вот. Так что, в принципе, супер, бомба и ракета. Дальше я не пойду, потому что дальше у нас мокрые уже скалы, я могу шлепнуться. Ребята, я
Напился уже этой соленой воды и, наверное, еще соли полгода не захочу. И не захочу соленой еды. Класс. Ну что, друзья, уже проснулся, уже сам все шарю, иду сейчас кушать. И после завтрака у меня много кастингов и две фотосессии, так что сегодня будет очень напряженный день. Вчера после серфинга у меня болят ноги, болит все, крепатура полная, что я даже не стал сегодня бегать. Мне было все впадло и влом. Короче, такое, сейчас зайду на завтрак, покажу, что у нас на сегодня. Решил набрать так. Короче, взял с молоком. Брал как с гарачки, но вот это уже не лезет. Все. С кофеечком возвращаюсь назад. Будем сейчас таксишку брать. Но они не останавливаются, идут вообще пробки. И мы опаздываем на кассе. Так что такие дела, ребят. Ужас, у нас пожар в Нью-Йорке. Вот американский пожарный. Класс, такой только в фильмах видел. Везде мигают. Где-то здесь пожар. Блин, Андрей уже укуплял. Ребята, я вам сейчас такое покажу. У меня после второй съемки есть немного времени, и я приехал на очень крутое место. Я вам сейчас просто покажу, и вы все офигеете, насколько это все круто. Сейчас. Бомба. Ночной Нью-Йорк. Короче, ребята, в последний день я еду на статую Свободы, всем известную, и я еду прямо на этот остров, чтобы посмотреть ее сблизка, и для вас я поснимаю такое. Как раз такие часы, чтобы были сверхточные, чтобы каждый миллисекунд назад. На самом деле это количество людей, возрастающих на планете с каждой секундой. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Мы уже приехали обратно в аэропорт, и я улетаю обратно в Киев. В принципе, за неделю я уже привык, и я бы остался надольше. Но не тут-то было, нужно ехать домой. Всего хорошего понемножку. Все, друзья, мы вылетаем в 00:30, а прилетаем аж в 5 часов. Вот и все. Собираем. Ба-ба-бау. Ба-ба-бау.